четверг. Вам куда ехать? У меня нет денег, я никуда не поеду. Садитесь. Так вы учитель? Я директор школы на пенсии. А я вот как раз со встречи с бывшими одноклассниками возвращаюсь. Так это вы так школу за слез любите? Это я одного мальчика так в школе любила. Можно я от вас позвоню, а? Кто сказал, что я не замужем? Четверякова? С кем это ты так поздно разговариваешь? Вы так здорово сказали, Евгений Кирович. Я думаю, мне теперь точно все поверят, что я замужем. Да вы что? Манипулировать людьми стыдно, Женя. Женщина смотрит на меня влюбленными глазами. Может быть, вы мне скажете, как вам мой внешний вид? Чудовищно. Что это за боевой индийский раскрас? Поехали ко мне. Жень, ты где ночевал-то? Я попала в отрезвитель. Женя, вы все время лжете. И меня в это втянули. Вот это хуже всего. Чего с тобой? Я беременна. Это же конец личной жизни. Он просто не хочет детей, ему не нужна семья. Я сама выращу ребенка. Все поверили, что вы мой муж. Конец вранью. А кто нам мешает сделать это правдой? Алла Юганова, Юрий Беляев и Владимир Долинский в фильме «А вы ему кто?» в четверг на ТВ Рус.